Магнитогорская полиция продолжает проводить рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. За 10 дней операции нелегальный мигрант возбуждено 9 уголовных дел. В отношении 14 иностранцев принято решение о принудительной депортации. Такие рейды выходят сотрудники управления по вопросам миграции, представители военкомата, Росгвардии, участковые уполномоченные, а также ОМОН. Проверки, как правило, проводятся в местах проживания и работы иностранцев, на этот раз на рынках города. Так, вперед. Все, по 3 человека разобрали. В ходе мероприятия у иностранных граждан проверяются адреса фактического проживания в городе Магнитогорске, а также наличие документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Основная цель силовиков – оперативное выявление нелегалов, а также мигрантов, которые недавно получили российский паспорт, но не встали на воинский учет. Это является административным правонарушением, за которое предусмотрен значительный штраф. Таких людей доставляют в военкомат, а тех, кто незаконно занимается трудовой деятельностью, направляют в территориальный отдел полиции для проведения разбирательства. Всего за 10 дней проведения профилактического мероприятия проведено более 200 проверок. Сотрудниками полиции выявлено более 70 административных правонарушений миграционного законодательства. Задокументировано 18 преступлений в сфере миграции. Возбуждено 8 уголовных дел за совершение преступлений в сфере миграции. В ходе рейда правоохранительные органы проверили 108 человек. Было выявлено 18 административных правонарушений. В отношении 4 мигрантов будут направлены материалы в суд для решения вопросов об их выдворении за пределы страны. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности юридических лиц, нанимавших на работу иностранных граждан без патентов и с нарушением норм миграционного законодательства. Также по итогам проведения операции «Нелегальный мигрант» судом принято 11 решений о запрете въезда на территорию России. Татьяна Артюнко, Алексей Абашин, телекомпания ТВН.